просто так Кубок Чехии не выигрывают. Эта команда очень дружная. Они хорошо играют и компактно в оборонительных действиях. Хорошо играют на стандартных положениях. Есть много иностранных игроков. Это хорошая, серьезная команда, которая... Матч, который нам предстоит, он будет сложный. Но, наверное, заострять особенно большого внимания на соперниках я не люблю. Надо больше думать о себе. Но у нас достаточно сложный такой календарь. Сложный, суперсложный месяц за 15 дней 5 игр провести. И все с большими переездами. Поэтому многое будет зависеть от нашего характера, от волевых усилий. То, что было в Ростове, честно говоря, меня ребята удивили. Я не думал, что после 120 матчей Кубкова они смогут так интенсивно играть. Но оказалось, есть характер, есть волевые усилия. Я надеюсь, что и завтра игроки такой же характер проявят. Ну, важно то, что травмирован только 2 человека. Это, я считаю, нормально. Рыбус и в какой-то мере Михалик. Остальные все живы-здоровы, готовятся к матчу. Ну, естественно, мы уже не берем сейчас Черлоку и Ари. Конечно, если бы сейчас у нас был бы Черлок и Ари, то это совсем другая ситуация, вполне возможно, и какие-то другие варианты схемы были бы. И наша бы такая обойма, она вот это количество матчей, не сомнений бы, провела бы с наименьшими потерями.